бомбить. Прототипы хренные. Как это вместе захватили планету? Все красные. Ну, молодцы. Закидали все планеты ракеты. Democracy is coming for you. Если ты думаешь, что мы не придем... О, блин, куда ты нас привел? Бибет! Мне кажется, я первый лазер беру, да. Блять, я улетел вниз! Это были... Вот это, понимаю, война, блядь. Это 380 миллиметров. Да. Ты сюда призвал 380? Ну да. Это самая веселая вещь. Для военных выступлений самое то. Неплохо меня убил Эндрю, когда его убили. Я уже мертвый был в это время. Вот гейт, надо его разбивать. Я ему на голову упал. Ready to liberate. Я его убил, прикинь. А я дробы, кажется, да. Закидали ракеты. Меня, блядь, не дай, это все еще 380. Блядь, у меня упала атомная бомба с руки, блядь, вы заебали! Блядь, купить за одни. Блядь, а? Кто взял кластерку 380, блин? Я взял. Кому сделать писинг? Вот ее надо кинуть в огромное гнездо, тогда будет весело. Мне кажется, я знаю, как можно там теперь бегать. Хотя это, конечно, может, да, есть быстро, но... Мы все потратили, у нас маленькая передышка. Позвольте прихренели. Там, ну, там уже сдались. О, что наверни? Кластер, камин. Знаешь, это как-то ачивка надо, чтобы кинуть в одно место, помнишь? Кстати говоря. А у нас вроде не подходящий. Не помню, это много. Не орлы, а именно орбиталки нужны. Какие-то, ну, какие-то особые орбиталки. Орбитальная была. С орбитальным залпом, чтоб типа. Но там именно с английского перевода. На русском, если залп, это не обязательно, чтобы на английском было. Говоришь так, как будто он из взрывчатки не откажешься до конца матча. На полтора минуты я снова смогу все призвать. Ты меня догнал, охренеть. Пиздец, я просто в воду упал с ударной волны. Спасибо, Эндрю. Ты лучший. В смысле, Эндрю, ты вообще видишь, где я бегаю? А кто кинул ядер, блядь? Самолет в воздухе, блядь. Ending in an eagle! Orbital inbound! Да начнется веселье в руках. Я за ресурсами сходил, потому там все проебали. Бля, сразу. Стоп. Жизнь вот это 380 миллиметров хорошо для гнезд. Она хорошо для пиздец. Она хорошо для роботов. Я немного пиздато выебывался.
А вот теперь был я. Да. Я успел лазер призвать, ага. Вы что, решили прогулку кидать свои? У меня напал. На кухне, да? Ага. Что это было? Это вот что было. Как-то все серое, не живое. Ну тут все. Это почему? Небо серое. О, смотрите, еще источник карта обстрела. Ты серьезно интересен за жуков? Не беда, подпрыгнула. Ой, сейчас будет прям на голову. О, да, ехать на мини-бобах. Не суми, не сумею. Фига ты пробежал в команде. Там просто не глубоко, вот секрет. Заебали, блять, бегать за мной! Таракана, за мной тут такая толпа бегает, что я уже вторую пушку без патронов выбрасываю. Я хотя бы одно радую. Деревки Андрюхин нырял с Кириллочкой, хотя бы играл нормально. А здесь же пол, все хорошо. Че ты хоробишь? Я уже вот, просто их видел. Не, его нечем. Теперь есть чё. Да, у нас чё ещё есть теперь. Чё кидать. Как он её догоняет? Кальпа. Ядерный бомбу достал его. Как последний зал будет самый веселый в ВВС. Это какой? Мини-ядерный. Ну, я первым уже кидал мини-ядерный. Но за них впечатлит. Твою мать, я вылетел. А... С игрой возникла какая-то проблема. Он написал Andrew Left the Squadron. Он предатель. Everything. Requesting air support. Тебе будет игра грузиться полгода из-за сраного лайка. Вы там заберите с меня ресурсы, мне там что было отмать мне еще. Короче, я хотел кинуть в Левуна, а он помер отлетел и куда-то пролетел в тебя. Я понял, так и блять разорвался на кусок. Почему демократия не защищает? Демократично играет. Очень даже демократично. Четыре взрывчатки.
так зачислился. Забрал, да? Ну, есть, значит, нас. Расскажешь, как это сделал? Контрол. Ну, сейчас вот треснемся. Да, пиздец, я раздавил. Must approved. Reinforcements have been launched. Allied destroyer joining squadron, deploying Helldiver to combat zone. Мы окружены врагами. Или враги окружены. Я знаю, что делать. Нет. Бегите, глупцы! Нет. Это весело. Посмотрите, как это чувствительно. Так, надо идти на эвакуатор. Не, Костя, пистолеты наоборот такие, когда ты находишься в зоне. Все, затихло. Катаклизм наш. Что уходит? Да. Кто там может взять? Что такое рюкзак? Что? Ребят, кидайте все страхи, сейчас их отберут у нас. У меня три зарядки. Эти гранаты в моей топке. Крестница, 10 секунд осталось. Лазер тебе спинку погрел? Не, он тоже крутой. Всё, мы обычные русские. При этом надо как-то дойти до точки эвакуации. Кого какие предложения? Так, что зовут? Ком, как еще? Блять! Такое бывает на войне. Я попробую сейчас запаркурить, если не опасно. Никого ты не говорит. Он сфокусирован. Андрей, мы... Нет смысла было их подбирать. Ну, да. Если ты не улетишь с ними. Андрюх, можешь расслабиться, ты за ним идешь. Подождать, ну, у тебя 20 секунд. Подождать, да. Ждем усердно. Ой. Подожди, жизнь заснил, да? Он ж уже сразу Пиздец, блин. Там время кончилось.
Где не Андрей, не Андрей убил. Он стрелял с ДБЗК и попал мне в голову. Хэдшот. Да. Как надоест эта игра, можно будет в первых нырял пойти. Эндрю тут? Да. Нет, я там. Ну, чел, его тут. Да что, я не знаю. Где. О, я больше копил, круто. Слышишь? Перестань. Блин. Классика.